премьера, обреченная на успех. Артисты Ивановского музыкального театра во главе с режиссером Валентиной Лисовской представили на суд зрителя авантюрный балет «12 стульев». Динамичная, яркая, запоминающаяся. Именно так можно охарактеризовать постановку. Почти два часа любители балета находятся в постоянном напряжении, наблюдая приключения Остапа Бендера в исполнении Андрея Бледнова. На создание образа артиста вдохновила игра Андрея Миронова. Остап Бендер – интересный такой персонаж. Человек, который хочет всего и сразу, хочет все попробовать, который, безусловно, практически всегда знает, что ему делать и добивается успеха. И, в принципе, свободен от общества. Делает то, что ему хочется, добивается все своими путями. Спокойный, немного возвышенный. Язык балета доступен не каждому, тем не менее, перипетии этой постановки легко читаются, знакомые каждому образу узнаваемы. В характеристике персонажа помогает музыка, подобранная режиссером. В балете в основном используются композиции Зацепина, шлягеры советского кино. Играет музыка из кинофильма «Джентльмены удачи», и зрителю понятен характер Кисы. Одно из самых сложных – показать специфику и особенности персонажа без использования присущих ему речевых характеристик. Танцоры балета характер показывают пластикой. Я всегда, когда работаю Эллочку, я всегда вспоминаю свою дочку. Когда она была маленькая, она любила одеваться в мои вещи. Платок закутается или там каблуки оденет, вот стоит перед зеркалом, так вот любуется собой. Например, то же самое я делаю. Особое внимание в постановке уделено деталям. Каждая идеально проработана. Чего только стоит собачка, гуляющая по сцене, или фееричный танец Бендера с мечтой поэта мадам Грицацуевой в исполнении Станислава Ефремова. Кажется, что в классической теме невозможно открыть что-то новое. Режиссеры и артисты постановки «12 стульев» доказывают обратное. Зритель может увидеть новые грани обаятельного и авантюрного Бендера, жадность несчастного Кисы Воробьянинова. А может быть, получится объяснить для себя причину убийства главного героя. Получилась комедия с элементами трагедии. Потому что уж больно серьезный вопрос так задели. Вопрос алчности, жажды наживы. И это никогда не заканчивается хорошо. И поэтому комедия-то, она, конечно, комедия, но с серьезным выводом для всех окружающих. Режиссеру и артистам блестяще удалось главное – передать комизм положений, иронию персонажей, поэтику всего произведения, ставшего классикой, без единого слова. Балет «12 стульев» – постановка, которую можно пересматривать неоднократно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.